Не так давно было время, когда текущие реки были не тронуты, когда рыба, играя, выскакивала из воды, наверное, для того, чтобы посмотреть на окружающий мир. Солнышко и тучи заглядывали в густой лес сквозь листву. Животные спокойно гуляли вокруг в поисках пищи и пары. А потом этот лес стал домом для других. Густой лес стал прекрасным местом, куда человек приходил с оружием для того, чтобы убивать, причинять вред, разрушать. Лес, которому нужны были столетия для того, чтобы вырасти, был уничтожен в какие-то моменты из-за человеческой неосмотрительности и жадности. जो मैंने पिछले 15 साल से देखा है इसमें बहुत जैसे मिलिटेंसी से भी बहुत मुतासिर हुआ जंगल हालात से खराब है क्या ये काट लिया जब बहुत दहशतगर्दी होगी तो लोगों ने काट लिया Нестабильная обстановка также повлияла на туристический бизнес, тем самым снизив и так небольшое количество рабочих мест и усиливая воздействие на лес с целью выживания. Авам ке пас ис вакт гузара куч не. Я бука марта хэ лог. Ис вадзе се джангл чори би жата хэ. Ор иси вадзе се кои нуксан би хота рата. Но это было не все. Разрушение велось во многих направлениях. Когда в мае 95 года иностранными бойцами была разрушена 700-летняя святыня Чирары-Шериф, пожар также разрушил весь город, почти полностью построенный из дерева. 1400 домов должны были быть отстроены, а для этого необходимо было использовать более 250 тысяч кубических футов древесины. Во время военного положения тысячи деревьев были вырублены из-за безответственных действий развращенных умов. Ирония заключалась в том, что храм Чирары-Шериф был местом, где упокоился шейх Нур-Уддин, или как его называли Нун-Триши, святой защитник Кашмира и специалист по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Не сдержанно уничтожая это драгоценное природное богатство, местные жители начали осознавать, что их лес истощен. Джангл جب ہوگا تو ہمیں سعادت ملے گی اس سے جنگل سے ہمیں ملتا ہے سب سہارا جب جنگل نہیں ہوگا تو آن بھی نہیں ہوگا زمین میں کچھ نہیں بنے گا سب رشتہ جنگل سے ہی ہے جیسے ہم کو لکڑی ضرورت ہے ادھر کشمیر میں ہم جلانے کے لیے گھر بنانے کے لیے بھی مکان بنانے کے لیے سب کے لیے لکڑی چاہیے Но лес для них важен не только потому, что он удовлетворяет все их нужды – стройматериалы, топливо, корм для скота, вода, но и для того, чтобы удовлетворить эмоциональные нужды. Для них мир без леса станет просто карикатурным. Джангл мы бедкар, хаме вайса чин лаг рая хэ, жаса ма апне бачун ке сад киси жага бедкар хана хати хэ, сокун милта хэ. Наверное, именно поэтому они тяжело трудятся для того, чтобы восстановить их лес. В деревне Кхудлу, недалеко от Юсмарга, деревенские жители по собственной воле, под руководством отдела лесного хозяйства, посадили более миллиона деревьев. ये बूटे हमने तैयार किए और उनकी रखवाली की तो मैंने इस तरह इनको समझाया ये तो चेयरमैन साहब हमारे हैं तो इन्होंने खुद भी ये समझ लिया कि ये तो हमारे बच्चों की फायदे के लिए है जंगल काटना तो ज़रूरी नहीं है अगर तो जंगल बन जाए तो हमारे बच्चों के लिए भी फायदा रहेगा इसीलिए उन्होंने समझा और हमारे कॉपरेशन दे दी और हमने इनको तैयार कर दिया Они правомерно гордятся собой. Итне джангл категе, не то каха кон катега. Аад кью не кой катта зад? Кью не катте? Аад, билкул аад то, е ви ситранг хэ. Хам то худ ви ситранг хэ. Аб то не яхан ке лог гадбад хоне дете. Эта деревня показала всему миру, что есть только одна земля. Она принадлежит не только нам. Мы живем на ней вместе с другими. И в наших руках только то, будем ли мы ее разрушать или исцелять?